преступный синдикат. В главных ролях Лэнс Хендриксон, Мартин Коу, Джош Мосби, производство виски на этой неделе. Беспокоиться не о чем. 150 ящиков. А пиво? С пивом сложности, но мы открываем пивоварню в конце месяца. Билли Драго в роли Лаки Лючано. Да, наши дела с голландцем Шульцем ни к черту. Ты об этом не беспокойся. Пойдем. Джули Линч, Рик Уошберн и другие. Композитор Гэри Топпер. Художник Терез Депре. Макс, остановись. Останови машину. Хорошо. Сценаристы Стивен Кэмон, Кристиан Ингвардсен, Уитни Рензик. Я пойду. Посмотрю живописные окрестности. Если опоздаем на поезд, опоздаем на встречу. Оператор Стивен W. Кэмон. Станция Хобокон. Режиссер Джей Кристиан Ингвардсен. Почему машина меня здесь не ждет? Почему я здесь должен отшиваться? Я что сейчас, пешком пойду? Быстро машину. Добрый день, дамы. Похоже, вам стоит помочь. Меня зовут Джек Даймонд, и я с удовольствием помогу таким приятным дамам, как вы. Я ей сказала, что она слишком много с собой берет. Да не надо ее слушать. Ты можешь в это поверить, Макс? К чему идет наша страна? Ты представляешь себе, он хотел нас убить, когда мы ехали навстречу. Он точно знал, что мы приезжаем сюда. Я расскажу об этом Лючиану и комиссии. Комиссия организовала встречу, а этот ублюдок меня хочет убить.
Платок дай. Я разве не прав, Тони? Френчи? Жаль, жаль. Он пытается захватить мое дело. Успокойтесь. Ты видишь? Ты видишь? Я именно говорю об этом куске дерьма. Он захватывает мои грузовики, он вторгается на мою территорию. Слушай, ты, ирландская погонь, ах ты же дёнок! Нет, нет, всё, хватит. Всё это херня. Давай на улицу выйдем, давай выйдем. Хватит. Я хочу получить свое, я хочу получить свой район, господа. Мы сделаем так, что наша встреча будет протекать в обстановке достойной. Голландец, и ты, вы пришли ко мне из уважения к комиссии. Вы пришли на эту встречу, потому что эта встреча взаимовыгодна для нас. У вас есть претензии. Мы все понимаем, что это за претензии. Ну, что вам нужно? Я вас выслушаю. Я хочу получить новый район. Я хочу получить транспорт, грузовики. Я буду возить выпивку из Канады. Мои люди должны в центр провозить спиртное в полной безопасности. Ну что ж, я могу сказать, что я его пошлю. Я не могу ему позволить это сделать. Господа! Хорошо. Давайте посчитаем, что наша встреча переносится. Прошу, после вас. Нет, ты первый давай. Ну, я еще тебе покажу, это мы еще посмотрим. Ты посмотри на эту чушь. Они называют это войной мафии на улицах городов нашей страны. Набрались наглости печатать подобную дрянь. Они хотят повысить тираж, начальник. Возможно, но мне это не нравится. Это все делается за наш счет. ФБР выставляется на посмешище всех. Может быть, у нас есть возможность отличиться. Гангстеры убивают невинных людей. Когда? Безопасность американцев находится под угрозой. Кого это беспокоит? В первую очередь президента. Это карт-бланш ФБР. Вы пытались из этих сволочей в Конгрессе выбить приличный бюджет. Сколько времени? Закон, сухой закон. Закон Полстеда. Его охраняет совершенно другое министерство. А вот если мы проведем удачную операцию, основывая ее на общественной безопасности, мы получим нормальный бюджет. Ну, голландец Шульц, Джек Даймонд, они были на месте перестрелки, но никто не даст против них показания. Мы мало знаем о том, как работают их предприятия. Но если мы инфильтрируем к ним одного из наших людей, внедрить нашего агента в одну из банд? Рискованно. А с другой стороны? Нет, нет.
Мои ребята не похожи на гангстеров. Сэр, мы должны возбудить дело против рэкетира в федеральном суде. Президент должен понять, что мы настроены серьезно. Если вы привлечете внимание президента, вы протащите свой бюджет. А я знаю человека, который достойно сможет выполнить это задание. Иглбам. Дай сигаретку-то. Держи, спасибо. Yeah, I got plenty more where that came from. У меня еще их достаточно. You don't thank me or nothing. А что, спасибо уже вытошли сказать? Yeah, it looks like we're coming into the station. Похоже, подъезжаем к станции. Better watch out for the yard balls. Ты будь осторожен. Там охранники железнодорожной компании. Спасибо за сигарету. Ладно. Привет. Чашку кофе попросить можно? А ты еще кто такой? Никто? Ладно, никто. Присаживайся. Налей себе чашку кофе. Спасибо. Откуда мы знаем, что он не из железнодорожной компании, не их шпион? Я тебя раньше в этих краях не видел. Ты кто? Тебя как зовут? Много ты задаешь вопросов человеку, которому все чашка кофе нужна. Да ладно, ты что, не видишь, обычный парень. Удачу ищешь. Ну, ты уж не возражай, мы должны быть осторожны. Охранники, полиция, гангстеры вокруг. Не знаешь, кому и верить. Не, ребят, мне неприятности не нужны. Всем тяжело сейчас. Мы между собой драться не можем. Ну и хорошо. Ну хорошо, значит хорошо. Вкус плохой, зато горячий. Мы тут все, как одна семья. Из разных краев, правда. Но надо держаться друг друга, чтобы выжить. Не с места. Я же ведь вам говорил, он их шпион. Заткнись, Эрл, это ничего не доказывает. Уошмен, я тебе что говорил? Простите, босс. Мы хотели уйти, да у нас тут ребенок больной. Не может она ехать никуда. Брешь, черномазый. Никак нет, босс. Рой, ну черномазый ты это, действительно врет. Ах вы сволочи. Ты видел, Рой? Этот дурак напал на представителя закона. Я все видел. Зря он это сделал. Да, зря, глупо. А ты чего уставился? Эй, now. We got a fighting boy. Ты смотри, боец? You're a fighting boy, son? Ты боец, сынок? Я не хочу никого бить, но если придется, я драться буду. Не будь дураком, они тебя убьют. Ну давай, давай. Ну-ка, Рой, покажи ему, что к чему.
Ребята, помогите! Взять его, взять! Разогнать все, а с этим потом решим, что делать. Единственный человек, который не побоялся этих сволочей. И вот что они с ним сделали. Подожди в машине. Я кто тебе, собака? Да. Любимая моя собачка, сидеть. Если я тебя туда возьму, тебя там скормят заключенным. Не надо ко мне спиной поворачиваться, я с тобой разговариваю. Сюда, босс. Ну, я тебе что говорил? Чтоб ты тут все почистил. Я тебе за что плачу? Я всем плачу в этом поганом городишке. Мне это надоело. Мне плевать на вас, на полицейских. Вы все одинаковы. Ты с шага сбился, и я с тобой буду обращаться так же, как со всеми. Ты понял меня? Да, понял. Рой, ты слышал? Возьми себя в руки. Мистер Даймонд от тебя... Многого ждет. Эй, Рэй, ничего себе синячище. Откуда? С женой подрался? Да нет, вот с этим щенком. С этим? Молодец, приятель. Пошел нахер. Что ты сказал? Пошел ты нахер. Да и вы все туда же. Выпусти его, Рэд. Давай, вылезай, крутой. Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Ты знаешь, кто он такой? Любимый твой? Крутой, значит. Ну, достаточно крутой. Стоп, секунду, Чарли. Легко бить человека в кандалах. И что, это нечестно? Посмотрим, что бродяга может сделать без кандалов. За что сидит? За убийство железнодорожного охранника. Ну-ка, сними с него кандалы. Я не могу, чтоб я не повторял тебе. $500 на бродягу ставлю. Ну, кто отвечает? Кто отвечает? Давай! Чарли, дубина! Ни на что не способен! Чарли, ну что ты с этим щенком не можешь справиться? Yeah, oh.
Неплохо. Совсем неплохо. Может, ты еще хочешь? Ребята, платите, платите. Ну, что я вам говорил? Вот это денежки. А ну-ка, убери пушку. Я его застрелю, не застрелишь. Я приказываю, кого застрелить. Понял? И пойди, умойся. Хороший ты боец. Как тебя зовут? А зачем тебе это? Мне может пригодиться новый человек. Я занят. Я сижу. Ты не беспокойся по поводу этих шутов. Ты меня слушай. Что, освободить его? Да, я хочу, чтобы ты его освободил. Тебе работа нужна? Нужна, конечно. А на кого я буду работать? Джек Даймонд. Переоденься, побрейся и завтра ко мне в контору. Мне жлобы не нужны, у меня их и так достаточно. Эй, передай голландцу, что со мной О'Брайен. О'Брайен. Господин Шульц. Ты смотри, ирландский картофельник, он понимает, что у него неприятности. Жить хочешь? Кепку сними. Ты у кого покупаешь спиртное, ну? Только не вешай лапшу на уши. Это чья территория? Чья? Твоя, голландец. Правильно. Пошел вон. Налейте мне. Пропустите меня! Вали отсюда! Эй, Чарли! Лучше тебя чувствуешь поутру там. Спасибо. Подожди. А я тебя, по-моему, знаю. Точно. Ты тот бродяга с поезда. Не понял. Я получил работу. Я работаю на Даймонда по кличке Ноги. Ты пришел и все получил, а я здесь же сколько отшиваюсь. Ты смотри, боксер. Как сказал босс. Пойдем, пойдем, дело есть. Кто это такой? А, какой-то парень ищет работу. Вали отсюда. Но, мистер Даймонд, я из Нью-Йорка к вам приехал. Я... Племянник мужа вашей сестры, боже мой, шлюха. Гони его отсюда. Мистер Даймонд. Он со мной. Ну и что? Хороший парень. У меня что тут, благотворительное общество, что ли? Ладно, беру. Макс, дай ему пушку какую-нибудь.
Tony, I got eight bottles. I got three. Вали отсюда. You scram. Вали. Now, what I tell you? Ну, я тебе что говорил? Ты должен меня покупать. Голландец говорит то же самое. Сукин сын, что я могу делать? То, что я тебе сказал. Понял? Тогда он убьет меня. Ладно, я сейчас все объясню. Ребята! Может, пристрелить его? И другого на его место поставить. Не такого дурака, чтобы слушаться эту мразь голландца Шульца. Взять его. Быстро, быстро, он забежал в то здание, убейте его! So now what we do? Ну а что теперь делать будем? Ты не беспокойся, сваливай. Ты его что, застрелишь? Вали! Ну что там произошло? Я же вам сказал, кончать его надо. Take the first train out of town. На первом же поезде сматывайся из города. Два раза повторять не буду. Good. Отлично. Вот так надо людей кончать. Всю обойму. А может быть, он плохо стреляет? Одну нельзя было в башку всадить, и все? Может, сам пойдешь, посмотришь? Все, пошли выпьем. Да-да, перезвоню. Садись. Смит, принеси черный кофе и марш, скажи, чтоб подошла. Ты ужасно выглядишь. Ты что, пил? Я работаю в нелегальной распивочной. Ты что хочешь, чтобы я вел себя как учитель из воскресной школы? Ты агент федерального правительства, должен вести себя по уставу. Да. Тут только есть один устав. У вас никогда не было своего агента так глубоко среди рэкетиров и гангстеров. Ты? Агент ФБР. Да. Рапорт. Мы имеем коррупт шериф. Продажный шериф.
Похоже, все там куплены у него. Клубы, игорный бизнес, проституция. Ну так, он этим заправляет из интереса. Вряд ли это прибыль. Плевать мы хотели на местного шерифа. А нелегально его спиртного больше, чем мы предполагали. Транспортная компания. Огромный распределительный механизм. Канада через Нью-Йорк. И спиртное идет сюда. Мы его можем брать только после того, как перевезли все через канадскую границу. Это уже федеральное дело. Он страдает от набегов голландца Шульца. Так что я оказался посреди гангстерской войны. Меня наняли. Я пока простой солдат. Людей убивает направо и налево. Вы готовы сохранить мое прикрытие? Марш, я попросил бы вас. Почти участник этой войны. Ветеран Первой мировой. Пилот. Был героем. Это война была. Это тоже война. Они убивают друг друга, к нам работать легче. Мистер Гувер дал решение на операцию. Ему нужны немедленные результаты. Я тебя к нему не пускаю, потому что ты парень грубоватый. Но с этой мразью ты сойдешься отлично. Если облажаешься, я тебя брошу на растерзание. Подбодрись. 30-е годы мистеру Гуверу нужны хорошие подчиненные, а не самостоятельные. Ладно, добейте тех, кто еще жив. Вот так. Передайте привет Даймонду. Полный груз. Ах, классная сегодня ночка выдалась. Как он разозлится. Но он никогда не будет так зол, как я зол на него. Поехали. Round up all the people we got left. Всех собрать, кто у нас остался. Мы ему сейчас покажем, что к чему. Босс, неважно, задумано. Он будет этого ждать. Тем более наши люди идут через Канаду с последним грузом. А что, терпеть? Я на войне многого научился. Мы ему покажем, что к чему. Вдвоем. Хороший фокус. Динамит? Динамит и есть динамит. А она ничего. Кто? Сьюзан. Да, ну она красотка. Schultz's crew.
Ты знаешь, кто это такие? Ребята с улицы. Я их узнаю где угодно. Ну ладно. Я пойду справа. Мы начнем их двух сторон долбать. Ждите моего сигнала. Ты смотри, Макс, как любит стрелять. Ты оставайся здесь. Я пойду с тобой, оставайся здесь. Я все вопросы могу сам решить. Ну ты что, тупой? Я тебе что говорил? Пойдем. Tell the boss the pretty boy is here. Я скажу боссу, что красавчик прибыл. Boss. I'm busy. Босс, я занят. Ред вернулся с этим Боун Каном. И Кики, а что она здесь делает? Я не знаю. Ну ладно, пусть спускаются, я сейчас выйду. Хорошо. Секундочку, полюбуйся видом. Что? Ты хочешь, чтобы я к тебе повернулась спиной? Ты такой романтик. Наверное, морской воздух влияет. Босс вас примет. Hi, Charlie. Привет, Чарли. Джек. Кики, привет, Джек. So good to see you. Я рад тебя видеть. Я решила преподнести тебе сюрприз. Это удалось. Удалось тебе. Excuse us. Got some... Попрошу прощения. Есть дела, я уж вижу. Заткнись. Джек. Не вздумай на меня повысить голос. Отпусти меня. Ой, рад тебя видеть, Боун. Ты видишь, с чем мне приходится мириться? Это плохое дело, босс. That was nice work on that shipment. Хорошо поработал во время последней поставки. Макс, надо смотреть в оба. Что ты мне хочешь показать? Босс, посмотри. Вот маршрут. Мы потеряли там уже 300 галлонов виски в последний месяц из-за голландцев. Почему мы это делаем? Я даю вам безопасный проезд через свой округ. Это всего в 50 милях от территории голландца. Вот, одна дорога, и не вырваться. Хорошо, наберем людей побольше и вышибем их в соседний штат. Глупо. Вот, территория братьев Олли. Нью-Йорк, Олбани. Это дорога Даймонда. Кто у нас стоит на дороге?
Один шериф деревенщина. Его можно купить, его можно пристрелить, но эти братья, они теперь работают с Шульцем. Так может, они не заживутся в этом мире? Придется захватывать Нью-Йорк и весь Уэстсайд. Шульц осваивает новые территории. Я не думаю, что он среагирует на то, что мы сделаем. Хотя нам тогда уже не нужен Ред. Бочку, потеряем спиртного, зато выиграем войну. Мистер Даймонд, он говорит вам, что вы должны делать. Заткнись, Ред. Заткнись. You and I take a walk. Давай-ка пойдем погуляем. Я должен был это сделать. Мой отец тебя убьет. Ты что? Short, boss. What?
Пяти бочек не хватает. Может, дороги потерялись. Вы сами знаете. Ах, мы сами знаем. Разумеется, он у нас невеста на всех свадьбах и труп на любых похоронах. Я людям работу даю, деньги, а они еще набираются наглости и глупости плевать мне в лицо. Никто не может украсть у голландца. Ты слышишь меня? Я не могу тебе отдать то, чего у меня нет. Я не уеду, пока не получу то, за что заплатил. Ребят, ну давайте поговорим. Давай его в сарай. Ну что там? Там полно выпивки. Мы их застали со спущенными штанами. И, по-моему, тут сам голландец. Голландец? Здесь? Да, наблюдает за тем, что у него тут. Стоп, стоп, я должен подумать. Джонсон, гранаты, быстро только. Хорошо, мы их застукали. Динамит. Все, Майки, вези нас. Голландец, у меня жена же, двое детей. Прошу тебя. Все, докончил. Надеюсь, понял. Пошли. Босс, wait! Босс! Это Даймонд. They caught us with our pants down, Bo. Let's get the Thompsons. Давай автоматы Томпсон сюда. Туда быстрее! Быстрее, быстрее! За ним! Убейте его! Даймонд, одну секунду. Дорогой, тебя к телефону. А кто, дорогая? Чарльз Лючано.
Charlie. Charlie. Jack. Listen to me, Jack. Слушай меня. Off, я сказал голландцу, чтобы он воздержался от боевых действий. Теперь тебе говорю. То, что между вами происходит, плохо, Джек. Но я чуть-чуть расширяю свои интересы. Это Америка. У меня есть право делать бизнес. Он вторгается на мою территорию, угрожает моим клиентам. Ты отнял у него, Джек. Чарли, я тебя уважаю. Я тебе делаю деловое предложение. Личные отношения здесь не играют. Вы должны не трогать друг друга. Эти двое не прислушаются к голосу рассудка. Нам еще ковбои некоторое время понадобятся. Но они динозавры. Этот бабах, тарарах. Они уже практически вымерли. Мы будем заправлять нашим синдикатом, как бы это была компания US Steel. А эти политики, лицемеры, потом не смогут до нас даже дотронуться. Никто не связывается с нашим синдикатом. Они его будут прикрывать. Или их не будет. Это прекрасная мысль была. Боун, я же гений организационной работы. Да брось ты. Ну, наша операция по торговле спиртным просто машины для делания денег. А наш друг мистер Шульц, да, он может сорвать работу машины. Но я его пересижу. Back in the old days, me and little Augie used to face some real hard-nosed characters. Да, мы в свое время еще встречались с более серьезными людьми, чем этот щенок. Правильно, босс? Мы гордимся тобой. Thanks. Yeah, women really queer up my life. Вот женщины, бабы, портят мне жизнь. С одной стороны, нет, Боун, ты не поймешь, о чем я говорю. Разные есть. Кики, еще Элис, миленькая Элис. Она мне создала отличный дом, она сделает для меня все. А бабы, которые ходят мимо меня в клубе, нет, я не бабник вообще. Автомат бери. Пошел отсюда. Тебя попали. Ну и что? Подумаешь, картечь. Мне даже не больно. Меня зовут глиняной птичкой. Знаешь, по которым стреляют? Меня убить нельзя. Джека Даймонда никто не может убить.
Jesus Christ. Боже мой! This place looks like a slaughterhouse. Тут как на бойне, да? Ну убери тогда тут все. Джек, но это же женщины. Дети здесь погибли. Нужно вызвать скорую помощь. Приедет полиция штата. Ты, легавый, я истекаю кровью. Давай поговорим об этом после. Мистер Даймонд. Плохо дело. Действительно плохо. Я не могу вас здесь прикрыть. Да арестуйте каких-нибудь бродяг, свали все на них, сделай то, что надо делать. Макс, отвези меня к Элис. Она меня подлатает. Бен, поезжай к Кики, скажи, что со мной все в порядке. А потом позвони Чарли Лучиано. Ситуация выходит из-под контроля, понял, босс? Мы ведем расследование. Люди хотят знать, могут ли они ходить по улице, чтобы какой-нибудь гангстер из автомата не перерезал надвое. Быстрее его сюда! Пошли, Уошман. Оставьте нас в покое, мы никому ничего не делали, да? Ты мне не возражай, чернобазый. Из-за таких чернобазых, как ты, мы попали в этот кризис. Такие полицейские, как ты, не дают нам голову поднять. Пойдешь за предумышленное убийство. Я ничего не делал. У меня здесь орудие убийства. Ты на меня ничего не повесишь. Я никому ничего не делал. Посмотрим, парень. Arthur. Lucky. Only. Артур. Lucky. Ну, проходи, проходи, Артур. Присаживайся, давай выпьем. Ты, наверное, знаешь, почему мы здесь все собрались. Налей. Артур, ты знаешь, то, что ты сделал, это было глупо. Глупо, и это было не нужно. Подождите. Даймонд захватывал мою территорию. Эту территорию по праву моя. Ты мне ее сам отдал. Он меня с ума сведет. Голландец, послушай, не надо так нервничать. Кондрашка схватит. Я как-нибудь проснусь, а ты умер. Этот ирландский картофельник, вот кто сдохнет. Даус, вы уж извините, что я так по картофельникам прошелся. Вы были приятелями, росли вместе, война должна прекратиться. Этот сукин сын Педик никогда не был моим другом. От этого страдает бизнес. Бизнес всех нас. Так, послушай меня, я хочу кое-что объяснить. Нет, нет, мы не можем привлекать внимание к нашей операции по ввозу спиртного. Синдикат должен быть невидим. Ты начинаешь убивать детей и женщин на улице, потом полицейских.
белых, политиков, они должны принять какие-то меры. А, да ладно, всех этих сук купить можно. Да нет таких денег, чтобы в этот раз их всех купить. Сейчас же не старое время. Голландец, он прав. Тем более, федеральные агенты начали принюхиваться. Вот, Артур, это совсем другие люди. Когда человеку раньше что-нибудь было нужно, он это брал. А теперь что делать? Что? Стать членом совета директоров теперь? Хорошо. Но любой человек, который приблизится по моей территории, он мой. И это относится ко всем. Я ни перед кем на пузе ползать не буду. Пальто давай, сука. Bone, sir. It's about time, Con. Как раз вовремя. Ты знаешь? Нет, курить нельзя. Ты понимаешь, что здесь происходит? Гувер требует, чтобы я все эти бумаги подал в комиссию. Операция еще не закончена, тебе бумаги нужны. Что это? Шутки твои? Нет. Картер маршрутов Даймонда. У него есть склад в Канаде, забит выпивкой. А вот детали того, как все это пересекает границу. Все автоколонны. Вот здесь нужно поставить заслон на дороге. И мы въедем прямо в ваши руки. Боже мой, какая тут дыра. Тем не менее, ты приходишь сюда. Тебя это не останавливает. Ну, ты, по-моему, тоже не жалуешься. Ты что сюда, шлюху приводил? А какая приличная девушка сюда придет? You're the drill. Let's go. Пошли. Одевайся. Дверь закройте, когда выходить будете. Боун, а у нас тут есть старый дружок. Влезай. Куда вы меня везете? Успокойся. Узнаешь, Боун? О, Брайан, признался, что ты его отпустил, и я задал все вопросы. Какой из наших не убьет человека, если ему приказали? Есть только две вероятности. Или он трус, или легавый. Спасибо. Так кто ты? Нет, такой выбор мне не нужен. Ну ладно, поедешь с Макси. Сколько еще бочек осталось? 500. Надо все грузить.
Что у нас тут? Целый день. Где Боун? Я не знаю, пока еще не появлялся. Надо все грузить. Немедленно грузи. Ноги! Ты что здесь делаешь? Мы не мацу тут грузим. Я приехал вас выгнать. Ты что, в комике записался? Давай. У меня есть для тебя. Что Брайан тут делает? Почему он жив? Ты, наверное, никогда не думал, что этот кусок дерьма увидишь. Нет, не думал. Что тут происходит? Почему ты его не убил? Похоже, среди твоих легавый затесался. Я знал, что что-то в нем не то. Не то? Так он агент ФБР. Что это такое, Боун? Что это такое? Ну-ка, вздернуть его, подвесить. Как ты мог это сделать? Я тебе дал все, я тебе верил. Мои ребята нашли его в этой квартире, гнилой певички. На нем запах духовых духов и бабы. Вы оба трахали одну и ту же, сукин ты сын. Боун, ты трахал Кики, у меня за спиной. Ты нанимаешь тех, кто любит трахаться, но убивать не любит. У тебя нет смелости. Ты думаешь, у меня нет смелости? Не знаю. Джимми, ну-ка, поди сюда. Иди сюда. Мне не нужна газета. Так, слушай меня, ты. Можешь мне это сделать вместо тебя? Ну еще одним ирландцем меньше, поганым. Быстрее! Грузить все на корабль, немедленно сгружайте все с грузовиков. У тебя подручных уже не хватает, у меня терпения на тебя не хватает. Морские перевозки мои. Ты усмотри. Ты отказываешься от нашей договоренности. Ты мне что, угрожаешь? Человек, который не выполняет соглашение, ты мне угрожаешь? Угрожаю ли я тебе? Да. Так как можно угрожать таракану. Пошли отсюда к чертовой матери, щенки. Вали ты отсюда. Оружие давай, спасибо. Галадин, забудь ты о них. У нас тут агенты ФБР. Вот надо о ком беспокоиться. И у нас тут слишком много спиртного. Да, этот тварь может стать концом. Концом нас всех. Порт нужно сбатываться, порт. Но я не оставлю здесь товара на 10 миллионов долларов, чтобы его нашел голландец. Порт надо прорваться и отсюда спокойно уйти. Потом связаться с Чарли, чтобы он убил эту тварь. Чтоб голландец попал в ад. Только я хочу, чтобы все это помедленнее происходило. За мной. Ты дерьмо ирландское. Никогда ты не сможешь от меня спрятаться. Всю жизнь не набегаешься. Ну ладно. Мы приступаем. От Боуна что-нибудь было? Нет, ничего, сэр. Начинаем операцию.
Aren't you gonna beg now? Ну что, будешь меня умолять? Давай, заканчивай по-быстрому. Какой крутой. С чего бы это? От природы. Ну что, крутой, никакой остроты в мой адрес не припасено на этот случай? Ты объяснишь мне, что тут происходит? Сукин сын! Что я теперь скажу боссу? Макс, Макс, ты посмотри! Смотри, кто возвращается! Че он там задумал? Ну-ну! Ты смотри! Боксер, а я все думал, что с тобой приключилось? Был слух, что ты работал на Даймонда. Я представитель закона. Что? Полицейский? Вонючий легавый? Я-то думал, что между нами что-то есть. А что изменилось? Конечно, есть. Все изменилось. Я влюбилась в легавого. Мне нужна твоя помощь. А чего мне тебе помогать? Я тебя ненавижу. Закон — это не наш друг. Ребята, вы за убийство пойдете, мы ничего не делали.
Да, вас подставили. Я все знаю. Я вас отпущу, но вы должны честно себя повести перед федеральным судьей. Даймонд ему денег не платит. Но сначала вы должны будете помочь мне. Ну, похоже, в городе объявился новый шериф. Да, и мне нужны заместители. Эй, ребята, вы что, стреляй! Ты человек голландца? Hey, listen, I'm not with these guys. Я не с этими ребятами. Come on. Ты меня слышишь? Можем же договориться. Слушай! Я представитель закона. Really? Действительно? Cop, я полицейский, я могу тебе помочь. Черномазый, тупой гад! А я не думал, что ты так далеко зайдешь, легавый. А теперь все. Черт тебя побери! Все, ты труп. Yeah.
Ты куда меня везешь, Эберовец? В тюрьму округа Олбани. И сколько я там просижу, как ты думаешь? Совсем недолго. Я себе куплю лучших адвокатов. Ты сколько получаешь? Ты пуган, чиновник, но 3000 в год. У меня империя в 10 миллионов долларов. В тюрьму. А по какому обвинению? Я ничего такого не делал. Ты торговал контрабандным спиртным от нарушения закона Польстеда. Возможно. Но ты превзошел свои полномочия. У тебя не было ордера. Все это не является доказательством в суде. Ты убил Чарли, да? А где его труп? Ты думаешь, что есть ответы на все вопросы, ноги? Конечно, есть. А если я тебе дырку в башке сделаю, на это ты что ответишь? Да не будет этого никогда. Ты сосунок. Ты в свои законы веришь. В залы суда, в судей. А я верю в закон улицы. В оружие. В кастет. Пошел вон. Еще увидимся, Эберовец. Дурак этот полицейский. Голландец! Увидимся в аду, ноги! Но меня там не снег. Я слишком далеко зашел, чтобы сейчас еще упустить этот шаг. Хватит. Ну что, я был уверен, что-нибудь такое. Придумал. Я избавился от врага общества, от груза виски,
Это ты, Гувер, рассказывай, а не мне. Я мог без работы остаться. Гувер хотел сам на все наложить лапу. Жаль, что я его разочаровал. Сукин сын! Никогда не был на оперативной работе. Ни одного ареста сам не произвел. Ну, ты знал, значит, какая у нас работа. Работу оставь себе. А я могу еще на самолет опоздать.